Одна из первых, но точно не последняя. Сезон аварий с участием велосипедистов начался в регионе. Сегодня в Иркутске в ДТП пострадал 9-летний мальчик. Он двигался по тротуару, а машина, под колесами которой оказался ребенок, выезжала со двора. Кто был прав, а кто виноват, еще установят инспекторы ГИБДД. Школьник сейчас в больнице, у него небольшая рана на шее. Жизни ребенка ничто не угрожает.